Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, мы продолжаем наше победное шествие и отвечаем на ваши замечательные вопросы в каждом выпуске этого видеоформата ответа на ваши вопросы. Поэтому пишите, пишите, еще раз пишите, ребята, все ваши вопросы внизу. Все, что вас интересует, мы читаем каждый, разбираем каждый и будем отвечать на каждый вопрос. Сегодня, ребята, у нас обалденный, очень мощный вопрос от Максима Калашникова, который он задал здесь, на платформе YouTube, который звучит примерно так. Алексей, как вы считаете, если переехать в другой город одному, можно ли изменить свою жизнь? Дома курят и пьют алкоголь. Максим, огромное вам спасибо за этот потрясающий вопрос. Когда я вижу вопросы такого характера, я понимаю, что еще не все потеряно в этом мире, и есть люди такие, как вы, Максим, люди, которые хотят изменить себя, которые хотят бросить все это окружение, которое засело в гнили в своем дерьме и постоянно ищет, как бы всеми возможными способами продлить свою зону комфорта. Ведь покурить и выпить, расслабиться, посмотреть чемпионат мира по футболу, поболеть, как там те спортсмены бегают на том конце ящика телевизора, а мы здесь едим чипсы и болеем за них. Или еще чего лучше, просто где-то во дворе, просто обсуждая, сплетничая и неся какую-то ересь, просто главное это бухать, курить, потому что это социальный фактор. То, ради чего люди проводят время вместе. Братан, пойдем выпьем, проведем время вместе. Почему с братаном нельзя время провести вместе, например, в тренажерном зале или вместе с братаном готовиться к какому-то марафонскому забегу или забегу в 10 километров? Почему нельзя с братаном вместе начать читать книгу? Вот это всегда меня поражало. Почему вот этим сплочающим клеем, сплочающим фактором между людьми является табакокурение и алкоголь? Соберемся во дворе, покурим. Или приходи ко мне, покурим и обсудим. Вот это непонятный для меня социальный феномен, в котором я сам находился очень долгое время. Максим, я вам хочу сказать, как человек, который вышел из этого дерьма, вы огромный молодец. Вы человек, который хочет подняться над этим, но оно вас тянет, и оно будет вас тянуть, потому что чем сильнее, чем больше ваше желание оторваться, тем больше вас будут осуждать, больше вас будут тянуть за ноги, как какие-то бесы из преисподней. Максим, бегите! Бегите! Отрывайтесь от этой нечисти и уходите, уезжайте прочь! Это не значит, что то место, в которое вы переедете, там этого не будет. Но там не будут хотя бы те люди, которые на вас влияют этой гнилью, этой нечистью, отравляя ваше ежедневное существование. Огромное вам уважение, Максим! Если бы я мог, я бы сейчас пожал вашу крепкую мужскую руку, даже за то, что вы просто задаете этот вопрос. Бегите, не оглядывайтесь, меняйте все в своей жизни, отрывайте эти корни, вырывайте, обрубайте эти ветки, которые поросли плесенью этой застылой гнили. Убегайте, стройте свою жизнь, потому что вы человек с амбициями, вы человек, который чувствует, что в нем скрыт этот потенциал. Делайте, Максим, вы будете несчастны первое время, и к этому нужно быть готовым. Вы будете считать, что вы брошены всеми окружающими. Вы не будете знать того, кто будет рядом. Вы не будете знать, кому можно обратиться за помощью. Даже к тому же братану, который мог прийти с бутылкой пива, покурить на подоконнике, посидеть и утешить. Вы не будете знать этих людей. Вы будете сам, наедине с собой, со своими амбициями. И тогда начинается настоящий труд. Когда ты понимаешь, что, Господи, я же оказался в месте, где я ничего не знаю. И тут нужно пахать. Тут нужно пахать и трудиться. И не покладая рук и сил, каждый день инвестировать в свое здоровье, в свое долголетие, в свои амбиции, в то, где вы хотите развиваться. Будь то спорт, будь то программирование, будь то медицина или юриспруденция. Учитесь, работайте каждый день. И даже не задумывайтесь в тот момент, когда вы будете рубить эти корни гнили. Рвите и бегите, и работайте над собой. Вы имеете полную мою поддержку. Я посылаю всю эту энергию в вашу сторону, Максим. Вы огромный молодец. Работайте и делайте. И мы будем двигаться только вперед.